Арарат. Последнее прибежище Ноева Ковчега, спорная территория между Турцией и Арменией. До недавнего времени очень тяжело было получить разрешение для восхождения на нее. И вот 23 июля 2009 года группа краснодарских альпинистов совершила восхождение на эту гору. Артур Аветисян совершил восхождение в день своего рождения. Сегодня, именно сегодня, ему исполнилось 11 лет.